Чудо системы пищеварения. Перед вами самая сложная и совершенная молотильная машина на Земле. Ясно, что для ее изготовления потребуется очень хорошее знание химии, механики и инженерии. Созерцая это устройство, каждый из нас задается естественным вопросом: кто же разработал эту машину? Кто ее инженер? Быть может, вы и не догадываетесь, но на Земле существует несколько миллиардов таких машин. Вы не ослышались, именно миллиардов, потому что такая машина есть внутри каждого из нас. Эта модель сконструирована по примеру нашей системы пищеварения и точно повторяет все этапы прохождения пищи от рта до кишечника. Каждый разумный человек, увидев перед собой это чрезвычайно сложное, совершенное строение, которое бесперебойно работает внутри него, не может не восхититься высшей мудростью и могуществом Творца, Бога, который даровал нам жизнь и ежесекундно поддерживает ее внутри нас. Давайте сейчас поближе познакомимся с тем, что происходит внутри нас после того, как мы вкусно поели.